Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим экран на золотых Apple Watch 38 мм. Приступим. Для начала нам необходимо нагреть дисплейный модуль. Мы его уже нагрели. Вы его можете нагреть феном. Отсоединяем дисплейный модуль от корпуса. Это можно сделать медиатором либо металлической лопаткой. Делаем это аккуратно, так как корпус из золота и данный материал более мягкий. После замены дисплейного модуля у вас на вашем аппарате не будет работать сенсор. Чтобы у вас заработал сенсор, тут два варианта. Первый, самый простой. Вам необходимо обновить программное обеспечение, после чего у вас заработает сенсор. И второй вариант – это снять со старого дисплейного модуля контроллер тачскрина и поставить его на новый дисплейный модуль. Но этот вариант более сложный. Наш совет – использовать первый вариант. Снимаем металлическую защиту шлейфов и отщелкиваем дисплейный модуль. Убираем его в сторону. Все, мы сняли дисплейный модуль. Теперь нам необходимо зачистить клей. Когда будете зачищать клей, не повредите шлейф. Чем лучше зачистите поверхность, тем лучше будет держаться новый дисплейный модуль в корпусе. Мы не будем вам показывать, как зачищается, так как это делается совершенно просто. Все, мы зачистили поверхность и обезжирили ее. Теперь мы будем устанавливать новый дисплейный модуль в корпус. Приступим. Берем новый дисплей. Для начала нам необходимо подсоединить дисплейный модуль к шлейфам. Теперь нам необходимо установить металлическую защиту на шлейфа. Установили. Следующим этапом будет нанесение клея на поверхность корпуса. Мы используем клей B7000. Он довольно-таки надежный. Наносим клей. Все нанесли. Теперь приклеиваем дисплейный модуль к корпусу. Следующим этапом будет удаление излишков клея с корпуса. Все. Мы удалили излишки клея. Мы вам показали, как заменить экран на Apple Watch 38 мм. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки.